Ко дню независимости Республики Казахстан 180 сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбылской области получили различные награды. Подробнее в материале. В честь празднования Дня независимости были награждены сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы области. Начальник департамента Нияз Рыспаев поздравил с праздником и пожелал успехов в работе на благо процветания нашей страны. На мероприятие были приглашены и ветераны органов. Время становления и развития забирало столетия, но наше государство, оно быстрыми темпами стало демократическим, развитым государством, конкурентоспособным. Сегодня мы празднуем это событие. Я хочу поздравить всех с этим прекрасным юбилеем, пожелать всего самого доброго, светлого и лучшего. На торжественном мероприятии, прошедшем в городском доме культуры имени Ахласа Дукенула, чествовали лучших из лучших. Сотрудникам были вручены благодарственные письма и нагрудные знаки. Не остались без внимания и сотрудники, проработавшие в этой сфере многие годы. Повышены чины 9 сотрудников, один из них Ерлан Абдыбай, добросовестно исполнявший свой служебный долг 14 лет. Он был награжден медалью «Халык Алгысы». Это день, великий день, когда осуществилась заветная мечта наших предков. Я очень рад, что получил награду в рамках этого великого праздника. Это вызывает особое чувство стоять на сцене и быть в числе награжденных. Для меня большая честь получить медаль «Халык Алгысы» от имени нашего президента. Я считаю, что получение благодарности народа – это неоценимая честь для каждого патриота своей родины. Пусть в таком важном историческом деле знамя нашей страны будет возвышенным, а будущее процветающим. Желаю нашему народу крепкого здоровья, счастья семьям, успешных дней, больших достижений. В ходе мероприятия был зачитан приказ министра внутренних дел Республики Казахстан, Комитета уголовно-исполнительной системы, а также начальника департамента о награждении, которые присуждались сотрудникам, добившимся высоких результатов в службе. В частности, от имени президента медалью «Халык Алгысы» награждены 6 сотрудников. Медалью министра внутренних дел Республики Казахстан – 7 человек. Дана Самат, Ербулат Джахаш, Ернар Сигзбаев, 77 Ньюс.